Государству нужно сильное и ответственное правительство, сильный авторитетный парламент. По словам доктора юридических наук Гульнары Алибаевой, наделение их новыми полномочиями позволит усилить влияние исполнительной власти. Исполнительная власть действительно она требует модернизации, требует изменения внутренней структуры для усиления ее влияния, вот, в частности, в нашем государстве. И это необходимо, для этого необходимо, конечно же, усилить ответственность, поскольку исполнительная власть является, реализует законы, принятые парламентом, соответственно, на нее ложится большая ответственность по ее реализации, ее исполнению и достижению конечного результата. Не секрет, что формула, которую вывел наш глава государства, сначала экономика, потом политика, она работает, но тем не менее это не значит, что политику нужно игнорировать и откидывать на задний план, потому что экономическими реформами занимаются как раз-таки политические служащие, и они несут ответственность за их эксплуатацию и за их реализацию. На мой взгляд, происходящие события актуализировали такую тему, как политическое реформирование. Потому что продолжительное время президент говорил либо о модернизации, в основном социально-экономической, потом об институциональных реформах. И сейчас, когда встал вопрос о перераспределении властных полномочий, на первый план вышло, конечно, реформирование политической системы. Это возможность, на самом деле, провести реформу такую не просто на бумаге, а в сознании людей. Как раз-таки повернуть людей к себе. А для этого эта возможность сейчас предоставлена, и мы предлагаем конкретно несколько предложений. Это, в частности, повышение, безусловно, роль парламента, парламентских фракций и самих депутатов. А второй момент – это все-таки взаимоотношения между парламентом и исполнительной ветвью власти.